Сегодня в 15 часов в микрорайоне Солнечный около конечной остановки маршрутных такси номер 30 и 31 произошло крупное ДТП, в результате которого 3 человека госпитализированы с различными травмами, 1 человек погиб. Со слов очевидцев, водитель маршрутного такси, номер которого сейчас устанавливается, заезжал в стояночный карман. За газелью двигался автомобиль Nissan Sirena, где находились 3 пассажира. Навстречу им шел автомобиль Toyota Corolla. В нескольких метрах от приближающейся Corolla водитель газели начал совершать поворот. Водитель Короллы, чтобы не допустить столкновения с маршрутным такси, выехал на полосу встречного движения, где практически лоб в лоб встретился с автомобилем Nissan Sirena. Есть правила дорожного движения, где конкретно сказано, что полоса для встречного движения не должна быть занята. Я считаю, что нужно во-первых, соблюдать скорость, и там уже по обстоятельствам видно было бы, конечно. Да. Но всегда в правую сторону нужно уходить, чтобы не было дорожно-транспортного происшествия. Мнения специалистов по поводу того, кто стал виновником аварии, расходятся. Либо водитель «Газели», который не уступил дорогу «Королле», либо водитель «Короллы», который не соблюдал скоростной режим и выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Ниссаном Сиреной». В результате 3 пассажира «Ниссана» госпитализированы, водитель «Короллы» погиб на месте. По факту ДТП ведется следствие.